Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Lost Planet 3. Мы снаружи неизвестной базы, на которой обитают непонятные люди. Судя по всему, это те самые диверсанты, которые нарушали работу систем Невек. Но они нас спасли после той страшной заварухи, в которой мы побывали. Они дали нам оружие, они вылечили нас. И теперь мы должны отплатить им тем же, хоть чем-то помочь. Давайте посмотрим, что же от нас сейчас хотят. Надо найти машину. Машина упала в пещеру недалеко отсюда. Надо вытащить ее и поставить на ноги. Давайте, собственно, этим и заниматься. У нас довольно странная пушка местного производства. И я думаю, надо быть как можно более осторожным, потому что не зря же тут вот такие серьезные двери, через которые не пролезет даже та тварь, которая была в предыдущей серии. А это, я вам скажу, очень и очень серьезная тварь. На самом деле было довольно страшно находиться на этой заброшенной базе, потому что там все было реально очень плохо. Но теперь, я думаю, все пойдет на поправку. Осталось разобраться в том, что здесь вообще происходит. Тихо, спокойно. Здесь все ходит ходуном. Так, ну давайте спрыгнем сюда и посмотрим, что тут да как вообще. Вода? Жидкая вода? Кто? Неплохо. Ого, хорошо. Единственный недостаток на данный момент — это скорость. В остальном очень даже неплохо. Давайте не будем спешить, потому что они наседают, и это все может закончиться крайне нехорошо. Да ты посмотри, какое количество. Как же здесь жили эти люди? Первая колония на Невеке, их Невек бросил. Именно из-за этого они так не любят эту контору. Так, я чувствую, лучше уходить, потому что нас сейчас просто разметут к чертовой матери. Но я не могу. Давайте быстрее проваливаем к чертовой матери. Это слишком, слишком большое количество врагов. Поспешим, мать вашу. Ай-яй-яй, оно, по-моему, прямо за мной, я должен успеть. Хорошо, так где же вы? Чутка отсидеться. Ах ты ж погонь-то какая. Вот эти твари. Ох уж эти твари. Они не дают мне покоя никогда. И вы знаете, я по ним соскучился, как и по этой игре в целом. Как я говорил в предыдущей серии, я очень продолжительное время отдыхал от нее. Просто потому, что не успевал. Из-за этого выходили серии с перерывами. Из-за этого вообще было довольно получше со временем. Ну а теперь пришла пора уже заниматься этим в полную силу, потому что игра просто, я не знаю, неограненный алмаз, очень кривая, невылизанная, но при этом интересная в плане сеттинга. Да вашу же мать, ты посмотри на их количество. Ладно, хоть количество, не качество, давайте ускорим. Мы не ускоримся, да? Поехали уже куда-нибудь, они наседают. Нет. Нужно прямое попадание. Хотя бы примерное. Хорошо, давай, трогай. Почему ты... Уходим нафиг. Подождите, а я брал ДНК у этих тварей? Давайте проверим, я не помню, честно говоря. Так, как это делается? Совершенно отвык от этой игры, но я вспомнил, я брал ДНК у этих тварей. Осталось вспомнить, как, собственно, вообще его брать в целом. Хорошо, ладно, они меня преследуют, но пока что мы сравнительно в безопасности. Большие, толстые, глупые твари. И ничего более.
Это, похоже, очень старые постройки. Представьте, эти люди выживали здесь без припасов. Я не знаю, чем они питались, но в итоге они научились вырабатывать из ти энергии какой-то целебный... О-хо-хо! Это довольно печально все. Тихо. На самом деле, я думаю, это будет не так уж и сложно. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Но учитывая вот этих врагов, конечно. Это все может усложниться резко. Давай атакуй меня, как раз задавишь их. Давай, 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 давай. Отлично, молодца. Ты мне очень помог. А вот ты мне мешаешь. Давай, катись. Хорошо, братан. Все как надо. Смотри, опять закрыл своим телом. Кстати говоря, нужно собрать образцы с этих. Да, один есть. Мать, жадность меня погубит. Сдохните, мать вашу. Фу, ну вроде справились. Потрепало, конечно. На самом деле я бы сейчас не отказался от старого доброго шотгана. Это было бы просто спасение для меня. Я обожаю шотган в этой игре. Он прикольный. Так, быстро, быстро. Гранаты, к сожалению, нет. Хорошо, хоть не оставили с пистолетом, как уже и говорил Джимми. Так, эта дрянь заткнулась, похоже. Блин, непрофессионально. Если вы ничего не слышали, то это хорошо. А если слышали, то плохо. Потому что у меня пришла смс-ка. А ты успокоишься уже, нет? Так, о, ласточка моя. Мы упали с довольно большой высоты вон оттуда. Я не знаю, как это может работать, но мы же инженеры. Давайте приступать к работе. Пошел процесс. Вставай. Валькирия. Оружие, выпускающее стрелы в треугольном порядке. Так, хорошо. Ячейка для оружия 1 меня, в принципе, устраивает. Ячейка для оружия 2. Но если у нас есть одно мощное, но не скорострельное оружие, то мы, пожалуй, возьмем... Я не знаю, возможно, вот это вот как-то... Черт его знает. Мне, в принципе, вот это нравится, но это более технологично и брутально выглядит, поэтому давайте попробуем. Патроны к импульсной винтовке, среди прочего, бесконечно, что ли? Ну, это, наверное, здесь, в роботе просто. Хорошо, осколочные гранаты, других у меня нет. Хорошая штука, но, может быть, вот это? Ай, ладно, давайте возьмем это. Так, все, у нас полная работоспособность. Набежали, конечно же. Так, тихо. Еще один готов. По-моему, неплохо справились. Так, кстати говоря... Мой робот по-прежнему не умеет подбирать энергию, и когда мы, если мы вернемся на Коронис, нам нужно будет усовершенствовать нашу машину. Потому что это, я думаю, будет очень полезно. Тем более, что всякой подобной ерунды мы набрали более чем достаточно. Testing 1-2-3, radio check. Коронис, it's Jim. You read me? Jim Payton here, back from the dead. You copy? Yeah, must be out of range. Возможно. Jim, you got your rig
working. You have a radio? Yeah, she'll pull through fine. Good. You will need it for this task. There is a health crisis among my people. We have had a breakout of Waltling disease in the camp. Even our healing techniques are ineffective against it. I remember getting vaccinated for that before I left Earth. They've had that cured for years. Only if you have access to such medicine. We did find a misplaced medical supply drop in Pickett's Folly, but it is inaccessible to us. If you could unseal that pod, it would truly save lives. You will need your rig's winch to access the area. У меня есть кабисант. I have watched. I have listened. Jim Payton is a man who pays a life debt. You saved your comrade, the Frenchman, the day you arrived. Maybe not my finest decision. Beyond that, we have what you need. Your people seek to harness this planet's energy as we have done. I hope that we can help you in due time, but first there is much that must be healed. Prove your virtue today to my father, and that may be a start. Хорошо. Вы знаете, я попробовал поиграть эту игру на клавомыши у знакомого, и серьезно, я ржал. Если бы я играл эту игру на клавомыши изначально, я бы ее дропнул. Управление просто ужасное. Подбирать предметы на кнопку P, это, по-моему, я не знаю, тупизм. Другого слова я подобрать не могу. Именно управление роботом на аналогах, это, по-моему, очень великолепное ощущение, реально передает вес. Более того, можно ходить тихонько, можно бегать. В управлении роботами реально очень серьезно тянет игру. А все остальное раскрывается уже после, там, 2-3 часов, как вы понимаете. И очень многие по этому моменту, кстати говоря, игру недооценивают. Так, хорошо, там у нас что-то полезное. Давайте посмотрим, что здесь. Ох, какие же в игре виды. Спокойно. Что у тебя с ногой? Ладно. Хм, любопытно. Но, судя по всему, ничего полезного. Так, я и забыл, что когда мы отходим от робота, у нас теряется связь, поэтому давайте держаться к нему поближе. Эта штука, судя по всему, пока не работает или уже не будет работать совсем. Ладно, черт с ним, уходим. Нам нужно двигаться дальше. Я не знаю, робот для меня стал именно отдельным персонажем игры. Я его очень люблю. Это очень дорогая моему сердцу машина. И вместе с ней мы пройдем через многое, я думаю. Это как лошадь в Shadow of the Colossus. Несмотря на то, что та под конец реально... Я хотел, чтобы она умерла. Настолько она была неудобной. И настолько она портила мне игру. Было смешно. Было забавно. Хорошо, нам нужно спасти этих людей. Потому что Джимми, это Джимми. Джимми у нас это паладин по своему мировоззрению. Реально хороший парень. Очень честный и довольно простой. О-хо-хо. Лава. Ненавижу лаву. С другой стороны, лава разогревает землю. По крайней мере, в этих местах может быть не так холодно. Я прям чувствую, как тут жарко. И это круто. На такой ледяной планете это настоящее спасение. А импульсная винтовка мне, кстати говоря, совсем не нравится. Я забыл, что она стреляет в полуавтоматическом режиме. Это, по-моему, отстой. Поэтому давайте поменяем ее на... штурмовую. Штурмовая, по-моему, вполне себе тор. Хорошо, двигаем. Побыстрее. Эта область, по-моему, очень нестабильна. У меня есть подозрение, что здесь что-то вылезет.
откуда лупят? Я не вижу среди этого. Так, ладно, аккуратно проходим дальше. Вообще нам туда, да? Ну давайте, а что тут? Хотя, да какого черта, пойдем. Я просто ошибся и пошел не в ту сторону. Почему она ведет меня обратно? Я совсем промахнулся? Видимо, да. А, вот кто стрелял. Понятненько. Чисто. Там за углом я слышу. И гнездо. Где-то здесь. Нет, я ошибся, походу. Что это за звуки? Это лава? Так, офигеть. Спешим. Вот эту лаву. Я взял дробовик. Ну я мочу вообще. Вроде же брал арбалет. До свидания. Конечно, продержаться. Вас бросили тут. Просто бросили. Хорошо, куда дальше? Зачем я сюда пошел? Мне вообще он туда, наверное. Я сюда ходил за специализированную деталью. Или нет? Чуть не убился. Я предчувствую что-то большое и катающееся, как колесо. А, или нет? Это что за хрень? Твою мать. Два раза бьешь, значит, да? Ладно, учтем. Ах, она стреляет! А, меня зажало в углу. Я ничего не могу сделать. Офигеть. Это не очень хорошо, я так считаю. По новой. Ты у меня получишь свою, сволочь. Да что это за хрень? Я не понял, что меня убивает прямо сейчас. Жара? А-а-а! Это очень плохо. Это поломало мне все планы. Плохо, что я взял не то оружие. Ну как тебе? Нормалек? Да что вот это вот такое? Почему? Почему? Почему это происходит?
Здесь облака... Ой, облака, говорю. Здесь лава на полу, я понял. Я просто не увидел сразу. Хорошо, надо быть осторожнее. Эта дрянь меня точно заломает сейчас. Бежим, 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 бежим. Где он ушел? Хорошо, родная, хорошо. Да. Пошло, да? Ах, блин, надо как-то приучиться к его ударам. Да нет, ты что ж ты? Да хрен тебе. Тихо. Сейчас твой хвост отвалится, скотина. А, как ты на это смотришь? Мне нужны патроны. Вон там они, я их вижу. Когда извергается лава, это довольно печально. Ну, давай. Два раза, гад. Ты мне все равно сдохнешь, скотина. Все равно. Для чего ж опасная тварь? А? Как без хвоста-то, а? Теперь будет полегче, я думаю. Только надо как-то зайти к тебе в задницу. Ой, что я только что сказал? А, больно. Давай, родной, удиви меня. В недобиток хвоста, да? Посложнее попадать, конечно. Было ожидаемо, но не так уж и страшно. До свидания. Не могу взять. Ах, какая досада. Ладно, возьмем, по крайней мере, это. Что за поганец? Даже умер, не как все. Не могу взять. Ну, это было не то, чтобы сложно. Скорее, я не понял, почему меня время от времени кошмарило вот тут. Видимо, на самом деле, от жары. Но было прикольно, по-моему. Обожаю огромных боссов. Так, еще влезет, нет? Нет. That must be the medicine. Hope it's still good. Хорошо. Looks like we're good here. Возвращаемся. Опасное место. Чуть ли не жертва вулкана, по ощущениям. Уходим. Я надеюсь, это не опасные твари. С
Свободен. Так, ладно. Не расслабляться, ни на секунду. Бежим. Все нормально. Мне не нравится это место, я ненавижу лаву. Но, по крайней мере, наш робот уже близко. Давайте уходить нафиг. Окей. Вся зона нестабильная, и на такой махине тут передвигаться, это, по-моему, чревато тем, что мы сейчас уйдем под лаву по колено, и робота у нас больше не будет. А то есть с головой, тогда не будет уже нас. Поэтому давайте поспешим. Было прикольно. Жалко, что саундтрек не работает. Я уж соскучился по этим мелодиям. Саундтрек в игре просто шиканский. Было весело и очень опасно, по-моему. Но мы справились. Опыт у нашего персонажа уже не пропьешь. А что если, подумал тут я, пройти до упора туда, возможно, мы сможем кинуть трос. Нет, к сожалению, нет. Но я попробовал. Так, и пока мы не вернулись на базу, давайте-ка мы разберемся с оружием, потому что два примерно одинаковых по классу оружия, шотган и винтовку, для среднеближнего боя нам, в принципе, не нужно. Так, вот так. Я обожаю эту винтовку. Хотя, конечно, арбалет мне тоже понравился. Но винтовка это, по-моему, просто победа. Так, ладно, пошли. Хозяева, открывайте. You did it. We will get this to our doctors right away. In the meantime, my father wishes to see you. Follow me. Неплохо. Заводим новые знакомства, как бы нас старые знакомства за эти новые знакомства не грохнули. Потому что история что-то совсем темная. Невик, по-моему, довольно печальная контора. I watched you because I learned from what I see. I saved you so that you would not die. Great. You've got the saying nothing thing down pat, you know that? Listen, princess. Wait, are you really a princess? Is your father the king? В этот день торжественно клянемся верить в того, кто дает жизнь, быть преданными нашему миру, блюсти и оберегать идеи истины, охранять и защищать близких, самозабвением от всех невзгод, дабы прошлое оставалось прошлым, а будущее все ярче сияло впереди. Забытое кафе. Суп из лич, то есть из пиявок. Стейки из хантера. Сегодняшнее особенное. Don't go eat my baby plot. Не знаю, что это значит. Но явно что-то не очень вкусно. We have no kings. He leads only in that he leads. Down pat. I mean, it is he who led the forgotten to safety, taught us to survive. He calmed the great frenzy and learned how to harvest this planet's nectar without causing another. Back in with a nectar. That's a ridiculous word, by the way. It is apt. I'm sorry if it troubles you.
Now get over it. The Forgotten is nice. Обмен. Oh, what's up? A breach. Were you followed? Followed by who? Perimeter breach. We need assistance. Где кто? Плохо, плохо. Куда? Туда? Ладно, пойдем. Так, меня все устраивает. Открывай. Хорошо, я справлюсь. Лишь бы свои не стреляли, пока я тут бегаю с оружием. Не узнают, еще и хлопнут. Офигеть, это что это такое вообще? Это выросла эта хрень? Ах ты ж сволочь. Сюда иди, сюда, не трогай людей. Охренеть, она слишком страшная, по-моему. Тихо, 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 тихо. Так. Повернись сюда, я здесь. Родненький. Так. Эти глазки. Подавить будет довольно печально, я думаю. Не вошло. Открывай свое. Так, тихо, 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 тихо. Ай! Знакомые акриды эти летающие. Что это? Уходим. Чё, плохо твоим глазам, да? Открывай свою пасть. Я здесь. Ну что ж ты какой нерешительный, это дурында. Вот он я. На, давай, получай, гад. Окей. Надеюсь, тебе понравилось. Так, ладно. Я очень вовремя это делаю, я понимаю. Читаем на паузе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Он подбирается к тем вратам. Это не допустить должен я. Выбьем ему все глаза к чертовой матери. Ну как тебе? Нравится? На, получи. They're normally
Фу, было прикольно. Как я уже говорил, обожаю огромных страшных монстров. Так, хорошо, а что у нас с той стороны? Ну, я думаю, вы это отремонтируете, потому что, блин, это же опасно. Если сюда полезут мелкие акриды, то вам придется всех своих людей под это дело подрядить. Хорошо, давайте послушаем, что нам на это скажут местные. Я думаю, они оценят по достоинству наше героическое поведение. Патроны. Ну что, все в порядке? Come, Jim. My father awaits. A man of honor and a Nivik uniform. A true paradox. You hate them like you know them well. You were Nivik too once. Long ago, I was. We came here from Earth, as you did. Come to tame the wilds, rendering fire from ice. We were unprepared. Look, Chief, I don't claim to know what you've been through, but I know the odds you're up against. You're not wrong that we're here for a reason, but it's not to bring you harm, I swear. Let me help. Let me talk to my boss, Braddock. Silence! Hand extends. They beckon. Come in from the cold. Long have we waited. When they fled to ships and flew away, I was certain they would return. If we could just last a week, surely they would come back for us. Persevere for a month. No doubt our rescue would follow. If only we could survive a year, or five, or ten, or 36! 36 лет! Охренеть вообще! For two generations, we survived without their compassion. Invisible, cheating death. And finally, you would lead them to our door. Assurances of safety. Trust a scorpion. A man such as you had better know the nature of the beast. Хорошо, ладно. Я не доверял им с самого начала, этим Нивикам. Do not be discouraged, Jim. It is much to ask of him, and we have only just begun our work. Please, enjoy the hospitality of our camp, such as it is. You may find some things you need, and it is good for our people to see you are a friend. When you are ready, meet me outside the camp gates. Хорошо, можно сказать, что мы здесь свои, но не свои, конечно, нам не особо доверяют, но тем не менее мы завоевали какое-никакое уважение и проявили себя на защите этого лагеря. По-моему, здесь живут очень неплохие люди, и я думаю, все это должно привести к чему-то большему, если, конечно, не нагрянет Нивик и не переубивает их всех. Как бы там ни было, развитие событий мы узнаем в следующей серии, сюжет по-прежнему интригует. Хотя, как это принято в последних играх, очень и очень клишированный. Ну да, все уже придумали за нас, как говорится. Надеюсь, вам понравилась эта серия, потому что я получаю от этой игры просто бешеный кайф, и, по-моему, это очень хорошо. Спасибо, что смотрели, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.